Институт математики и механики имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета – лидер математического образования в Приволжском федеральном округе и один из лидеров в Российской Федерации. Он начал свою историю, когда в открывшемся 14 февраля 1804 года Казанском университете среди преподавателей было всего два профессора и четыре адъюнкта, двое из которых являлись математиками. Таким образом, математическая отрасль знаний с первых лет существования университета пустила в Казань глубокие корни и дала впоследствии поразительные плоды. И когда в 1814 году состоялось так называемое полное открытие классического университета, в составе четырех его отделений было и отделение физических и математических наук. Сегодня Институт математики и механики продолжает выпускать высококвалифицированных специалистов в этой области. Здесь готовят студентов по таким образовательным трекам бакалавриата, как математика, математика и компьютерные науки, механика и математическое моделирование. Также функционирует направление подготовки педагогов по двум профильным предметам – математике и информатике. В данный момент у нас, наверное, наиболее популярный бакконкурс – это математика и компьютерные науки. То есть достаточно много абитуриентов хотят заниматься машинным обучением, вот, со всеми этими модными делами, связанными с искусственным интеллектом. Вот, соответственно, там нужна и математика, и компьютерные науки. Вот. Но при этом я могу сказать, что и в математике, и в механике мы готовим специалистов, которые могут работать в IT-индустрии. А квалификация у них позволяет, собственно, это делать. Вот. Ну и даже те, кто у нас заканчивает педагогическое направление, у них, вот если посмотреть по диплому, достаточно много работ по тому же машинному обучению, по применению всех вот этих новых технологий в современном мире. В 2024 году институту также были выделены бюджетные места. Так, на бакалавриат отведено 200 мест, а на магистратуру 65 мест. Магистерская ступень подготовки продолжает образовательное направление бакалавриата. Важно, что магистерская программа отличается от бакалавриатской профилями подготовки, а здесь их множество. Например, наука о данных, педагогика и механика. У нас нелегко. Вот. Но, как говорят наши коллеги, если вам легко учиться, то вы, скорее всего, ничему не учитесь. И я считаю, вот я лично, когда учился, я бы не сказал, что это было как-то супер уж прям вот, вот так, что вот никак нельзя превозмочь. Да? То есть если вы нормально работаете, более-менее планомерно, то нормальное, подъемное, нормальное обучение, собственно, как в любом классическом хорошем вузе, ну, иногда бывает тяжело. Но это нормально, это процесс обучения. Один из самых важных этапов получения образования – это прохождение практики, где студенты учатся применять полученные знания и нарабатывают свой опыт. Здесь практику можно пройти как в стенах родной альма-матер, так и за ее пределами. Как отмечает Марат Насруддинов, около 70% студентов проходят практику в стенах института. У ребят есть возможность поработать в научных лабораториях, которые оснащены специальным оборудованием. Ну, вот если мы говорим про математиков, то в основном это, собственно, сидят люди и думают, и придумывают теоремы, вот, хотя это называется лаборатория, то есть они участвуют в семинарах. Механики, собственно, там у нас есть те, кто занимается поверхностными какими-то свойствами. Ну и большая часть у нас у механиков есть очень интересная история, связанная с расчетом нефтяных пластов. То есть вот они и эксперименты ставят, да, какие-то, и строят математические модели. Как выпускник Казанского университета Марат Насруддинов уверяет, что учиться в институте нелегко, но тяга к знаниям и получению специальности покрывает все трудности. Помимо обширной образовательной программы, студенты занимаются активной культурно-массовой и спортивной деятельностью. Участвуют как в университетских, так и в локальных институтских конкурсах и соревнованиях. Развивают свои физические навыки и оттачивают лидерские качества. Приходи! Институт математики и механики имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.